Хай, ребята! С вами Super.R1M199, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Как вы можете помнить, в прошлой серии мы начали строить наш дом и начали исследовать пещеру. То есть хотели провести экспедицию в ней, но не успели, так как я снимал уже слишком долго и закончил запись. И, как видите, дом наш недостроенный, и его надо желательно достроить для красоты. Поэтому я сейчас пойду строить дом. 2 hours later. What? Пипец. А, я не могу. Ну, я столько строил, я сейчас сдох. Ну, я не могу. Я не могу. Я столько строил, сейчас все взорвалось, я не могу. Нет. А, нет, меня сейчас убьют. Не хочу, умираю. Где у меня топор? Дайте мне мой топор. Блин, я столько строил. Сейчас заново, блин, все строить. Нет, что это такое? Уа, что тут происходит? О! Короче, зомби убил скелета. Мой дом, короче, взорвался, потому что из шахты вылезли разные твари. А там факелов мало было, и они там заспавнились. Короче, я сейчас на крышу залез. Не знаю, что тут делать. А, топор у меня есть, оказывается. Я сам тупанул. Еды у меня нету. Стекло хотя бы есть. Не надо будет заново копать. Ну, короче, выстраивайтесь в ряд. Давайте. Давайте. Принимаем. Подожди. Ты давай это. Поверх очереди не лезь. Тебе нельзя. Ну, давайте. Подходите, подходите. То, что доктор прописал. На. На. Сейчас только скелета не хватает. Ну, я, блин, почти все достроил. Почти. На. 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 Почти достроил. Нет! 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 Заново! Все заново! Ну, хорошо, сейчас они все сгорят на солнце и... Но, блин, криперы же не сгорают. О, ненавижу криперов, а. Тем более обновленных они стали совсем сильные что-то. Ого. Чуть не упал я. Повезло мне, смотрите, а. Одно хп осталось. Одна вернее, полсердечки. Выживание с полсердечками. О, картошка. Спасибо. Вот это картошка. Сейчас будем обедать жареной картошкой. Сейчас у нас будет самый вкусный обед в мире. О! Какой красивый у нас дом. Посмотрите только. 6.5 hours later. Ну кто это еще такой? Кто это? А, торговец? Ну ладно. Он добрый. Я уже думал, сейчас опять придется умирать. 12 seconds later. Это кто такие? Это торговцы пришли, что ли? Ладно, их трогать не надо, наверное. Я просто быстренько все закрою тут. Главное, чтобы они ко мне в дом не зашли.
а то что-то я боюсь. Я вообще всего боюсь в новых версиях, как вы можете видеть. Да, да. Хорошо, мой дом потрепало. Хорошо, что хоть крышу не сломали, а то крышу вообще полчаса восстанавливать. Так. И да, keep inventory я выключил, как я и обещал. Да, блин, а. Ой. Ну что они меня пугают? Не пугайте меня, начальника. А, у меня пол сердечка же точно. Я картошку варить поставил и забыл. А на ужин, вернее на завтрак, у нас жареная картошка. Ням-ням-ням-ням. Что? Где? Как? Откуда? Что это за издевательство, а? Откуда? Я же весь дом закрыл. Да что это такое? Откуда? Нет, откуда? Ай, да откуда? Откуда ты тут появился? Тварь, сдохни. Он опять, наверное, из погреба этот дурацкого вылез, из этого погреба. Быстрее надо закрыть этот погреб, пока оттуда всякие твари не повылазили опять. Так, дайте мне. Что это такое? Все. Нет, не лезь ко мне в дом. Так, это мне не нужно. Картошку хорошо я не съел, потому что я ее сейчас съем. Ням-ням-ням. Так, и вроде дом восстановлен. Так, я закрыл? Погреб нет? Ой. Вроде закрыл, все, бояться нечего. Так, на крышу мы доделали или нет? А, все, вспомнил, что я не доделал. A few moments later. Так, я сейчас возьму еды и пойду в пещеру. 3 weeks later. Рыбка, рыбка, рыбка моя. Надеюсь, они бесконечные, иначе у меня еда тут кончится потихоньку. Ну хотя в поле там много живности разных. Мне жалко такой живности. И а чернильный мешок можно кушать? Ням-ням-ням-ням-ням. Это нос Сквидварда. Короче. Надо мне какую-нибудь овечку зарубить. Или какую-нибудь корову. Или вообще курицу. Так, коров тут. Давай одну зарубим. Это куда? Куда? Во! Молодец, послушай. Чё, одно мясо с коровы? Не, ну это что-то не то. Я ожидал больше. Дайте мне. Я посею себе хлеб. Дайте мне семян. Так, это надо убрать. Прошло 3 часа. Начнем? Таблички кончаются. Погодите, а чё я туплю? Раз я умираю, мне не хватает брони. Раз мне не хватает брони, я её скрафчу сейчас. Во, и всё. Чё я туплю? Тупису я. И топор железный, чтобы убивать так всех. Так. Деревянный топор, каменный топор я буду на деревья тратить, а хороший топор буду тратить на хороший. Как вы могли догадаться, я сейчас здесь посажу что-нибудь посажу. Что-нибудь тут посажу. Что-нибудь вкусное посажу. 6 hours later. О,
Скоро у нас будут и коровы, и хлеб, все у нас будет. Так, давайте заранее побольше посадим. А, ну ладно. Давайте еще немножко сюда. Later. И вот, наконец-то, мы можем съесть этот стейк. О, вкусно. Вкуснятина. Со временем я тут полированный какой-нибудь андезит или гранит, или еще что там есть, поставлю для красоты. Ну, а пока вот дом наш. Миссия выполнена. Построить дом. Теперь миссия такая. Раздобыть побольше железок. Ой, я тупой. Зачем мне железный топор, если надо железную кирку крафтить? Ой, я тут... Ну, как я мог так ступить? Не могу. Ну зачем? Зачем я скрафтил железный топор? Мне надо было не железный топор крафтить, а кирку нормальную. Ой, не могу. Так, кирка нормальная есть, топор нормальный есть. Так. Лосось нормально есть. Ну, наверное, можно идти в бой. Осторожненько спускаемся. Берем в руки железный топор. И ищем того, кто издавал эти звуки неприятные. А у меня что-то факелов маловато. Ну ладно, придется так справляться. Мотыга нам нафиг не нужна. О, вот и, собственно, то, что нам нужно. Так. Ой, 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 ой! Нет, нет, уйди, уйди. 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 Кыш. Ай, блин. Все. Так. Можно идти дальше. Ой. Но я все равно не до конца понял. Вернее, не до конца допонял. Почему все-таки мне в дом разные эти зашли? Твари. Так, туда лучше не идти. Мне кажется, сейчас кто-нибудь сзади появится. Бах! И толкнет меня. Рыбка! Куда нам идти? Туда или туда? Иди туда! Ну ладно. Что это было? Уголек, уголек, уголек. Мой любимый. Под себя не копать. О! А! О, дядька Яр, как дела? Как дела, дядя Яр? Ай, дядя Яр, а у вас есть картошечка какая-нибудь? А можно с вами подорговать, а? Чего вы на меня идете? Уйдите отсюда. Уйдите отсюда, бомжар какой-то. Это не дядька Яр. Дядька Яр хороший, а это бомжар какой-то. Так, уголек мы нашли. Счастье нам привалило. Наконец-то. Наконец-то у нас есть уголь. И мы спокойно можем накрафтить себе кучу факелов. И не мучиться. Кстати, да. Насчет факелов. Их же теперь можно вот вроде... Вот сюда ложить. О, да. А, и еще если я графику получше поставил, но я боюсь, что у меня во время записи проблемы будут, то факел бы светился во тьме. Да, тупик. Тупик. Тупик, вернее. Я же говорил, надо туда идти, а эта рыбка проклятая. Говорит, иди сюда, иди сюда. Проклятая рыбка. А, тут еще один ход есть. Интересно.
О, железка. Железка. О, еще одна железка. О, сюрприз. А, что за магия? Что за черная магия? Как он в меня не попал? Ну ладно, будем считать, что это был промах. Это черная магия. Да какая черная магия? Это не черная магия, это просто скелет тупой. Прошло столько времени, что старый диктор устал ждать и пришлось нанять нового. Так, я там побывал, оттуда я все взял. Там уголь был и 16 железок. Нам железка не помешает. Уголек давайте я к себе захапаю. Негоже тут уголек оставлять. Ого. Ого. Как будем спускаться? Так. Вижу железку. Как бы так хорошо спуститься. Давайте здесь. Короче, здесь такой обрыв сделаем, чтобы... А нет, не надо. Нормально сделаем. Качественно. Зато... Медленно. Вернее, как-то сказать. Качественно, но медленно. Наконец-то железка. У меня будет железная кирка к следующей серии. Хотя было бы логично, если бы у меня была не железная кирка к следующей серии, а обсидиановая. Хотя такое не бывает. Так. Ой, что-то я тупанул. Под себя копаю. Да ты просто нубиара. Играть не умеешь. Да. Ну тогда... Спасибо. Все. Да. Вот что будет, если перечить Тагиру. Он возьмет и съест вас. Вот что будет, если мне перечить. Так, идем дальше. Ой. Опа! Хобана! Шопана! Мама! Ну, летучая мышь добрая, ее можно не убивать. Я что-то в адреналин вошел. Враж. Ого, сколько тут путей. Ну, давайте мы эту железку скопаем и давай наверх. Так, здорово. Это уже точно не дядька Яр. Дядька Яр разные вещи покупает и продает. Да, тут, конечно... Что-то воды многовато. Ого, мы сейчас отсюда выйдем к себе домой. А нет, не выйдем. Ран, радовался я. Вот это скопаем. И кажется, все. Можно блокировать тут разные... Водяные заросли. Что я сказал? Какие водяные заросли? Водяные заросли. Да блин. Как так поставить-то? Нет, не так. Да нет, не так. Ну подождите. Дайте мне залезть. Так. Вот так и вот так. Все. Вода заблокирована. А съесть, наверное, нет, не надо кушать, а то я ничего от этого не получу. Я лучше этот уголек скопаю и теперь точно домой. Все, точно. Подождите. Что ты тут делаешь, а? Это мой дом, иди отсюда. Иди. Кыш, иди.
Дядька Яр, ты чё у нас дома делаешь? Ага. А тут можно что-то у него купить, что ли? Я не понимаю. Или продать? Объясните мне. Короче, я не понимаю, что тут делать надо. Так, давай-ка мы каменный топор и уголь. Нет, не нравится тебе. Тогда иди отсюда, из моего дома. Это мой дом, иди отсюда. Иди, все, иди. Иди отсюда. Иди отсюда. Да как тебя выгнать-то? За поводок, что ли, зацепить? О, догадался сам, да? Ой, такой умный он. Ну все. Теперь мы должны, как я и говорил, пожарить наше железо. Ого, угля у нас сколько. Так, я думаю, столько хватит. Давай-ка 8 факелов на всякий случай сюда поставим. Когда-то, может быть, пригодится. Нет, иди отсюда. Я сейчас эту плиту, которую я, блин, сделал, уберу. Все, иди отсюда. А, он двери открывать и так умеет. Ну что за я... Идиот. Ах. Придется сейчас ждать пока. О, подожди, а что у нас там с разными растениями? Ну-ка, сейчас посмотрим. Ага, все. Ого, подрастаете, да? Так, тут что-то не то с чернилами. Вернее, с осьминогами. Они как-то слишком вылазят из воды. Это не осьминоги, получается, а киты. Вот и все. Вот и наша пшеничка. Так, мотыга хорошо, что у нас с собой есть. Мотыга. Водичку запускать надо вот сюда. Водичку сюда запускаем. Так, у меня же есть лопата, что я куплю? А водичка сюда не доходит. Так. Да, водичку отсюда пускаем сюда. И все равно не доходит. Тогда, подожди, а где земля? А, все. Вот одна земля наша. Земелька. Так. Надо как-то сделать хитро и умно. Но я так не умею. Короче, пусть будет так. Нет, не надо. Зачем мне факелы? Я не садовод по факелам. Так. Нет, еще хуже. Сейчас он блоки понаставит. Во. Так, что ли? А сюда семян не хватило. Так, а так получится, интересно? Или нет? Где земелька? Пусть будет так. Почему нет? Я садовод, я так вижу. Ну, на этом, мне кажется, стоит заканчивать нашу серию. В этой серии много чего произошло интересного. Спасибо тем, кто ее посмотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, что думаете об этом выпуске. Ну, то, что вам нравится он или не нравится. А я, удивительно, но я в этой серии успею скрафтить
железную кирку. И вот она. Та-дам! Ура! Наконец-то! А теперь можно двумя кирками копать. Но так, наверное, не получится. В общем, всем спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Ну а всем goodbye!